Был суд, был. Написал Васька просто, что продлили, и все. Больше ничего пока не написал. Сам не знаю еще. Я 2 раза звонил Ваське, трубку не берет. Может, занято что-то. Сам, ребят, не знаю ничего. Я уж думал, все нормально будет. Нормального нет. О, я уже думал, все нормально будет. Я вон допиваю вчерашний вискарек, сижу. Вчерашний вискарек допиваю. И у меня там еще 0,7. Еще 0,7 по кресте. Еще 0,7. Съезди к нему на свиданку, ты кореш или кто? Ну я сейчас, братух, в сентябре у меня аренда заканчивается, братик. Это. У меня аренда, братуха, заканчивается по кресте в конце сентября. И все, я это, в 25-х числах полечу домой. В 25-х числах домой полечу. Ну, туда, в Шатуру. Ну, да, меня если по Золотому кольцу СИЗО не прокатят сразу. Вот. Ну, Золотое кольцо СИЗО это типа аэропорт, ИВС города Шатуры, вот, ИВС города Шатуры, СИЗО Орехово-Зуевское, вот, и потом Бутырка. Если меня не прокатят, не успеют прокатить, то я, конечно, к нему на свиданку сгоняю, брат. Конечно, на свиданку. Конечно, на свиданку. Сгоняю по красоте. Они успеют, так уж извольте, извольте. У меня за мной плохих статей нету. И это... Наоборот, мне в пользу было бы. Я бы хоть отдохнул бы. Я бы хоть, между прочим, за эти полгода, пока я там сижу, я бы хоть подумал, чем я буду заниматься, помимо YouTube, ну, окромя YouTube. Окромя YouTube, чем я буду заниматься за эти полгода. Вот я бы посидел, вышел бы через полгодика. И все. Ну, через полтора, через 2. Ну, даже через 3 готов. Трешку готов. Пускай, если уж, как говорится, самый честный суд трешку даст. Ну, ладно, за трешку посижу, подумаю. А там, глядишь, выйду. Может, что-нибудь другое придумаю уже. Окромя Ютуба, как говорится. Там заодно схудну. Вот. Передачки мне. Ну, передачки мне кто там? Ну, максимум Аркаша сможет отправлять. Все-таки на Аркашу нет-нет, рассчитываю. Ну, пацаны шатурские, ребята. Серега с Антохой. Они, может, там будут. Раз в месяцок что-нибудь там скидываться. Ну, маманька там раз в полгода там что-нибудь там насушит. Ну и все, ну ладно, что. За что могут закрыть тебя? А я сам не знаю, Джокер. Джокер. Я сам не знаю, брат. Тут, ну вот это, видишь, пишут на меня заявление, братик. Пишут на меня заявление. За мошенничество пишут. Крупнорогатого. Ну, за это не поверят. Товарищ судья на меня взглянет, не поверит. Там, какой, ну, вообще, в принципе, что-то могу с этим сделать. Вот, а за мошенничество, да, за мошенничество скажут, а ну, у тебя до этого было мошенничество, садись, посиди, мы пока поищем. Дело такое, ребят, что, найдут, что, главное, я посижу пока, подумаю, а там люди будут искать. Это, продлили серому, ребят, насколько, что, продлили серому, ребят. Васька написал, что продление. А чё, как, зачем, почему, пока сам не знаю, ребят. А Васька трубку не берет, ребят. Я звонил ему сегодня. Звонил, трубку не берет. Самое страшное для блогера не сесть в СИЗО на полгода, а могут запрет дать. Это да, сталкер. Это да. А я, допустим, сталкер, вот меня посадят, брат. Меня посадят. Посадят. А я сразу же,
Как только меня захотят потом выпустить, ну, при условии, что запрет в интернет, я сразу же в первый же день выйду, запишу видео в YouTube, выложу, и пускай опять садят. Ну, это гон полный. Это полный гон. Вообще, ну, это... Гринго, привет. Был ли сегодня суд у Серова? Как он там поживает? Да, мне Васька написал, что был суд, продлили, и все. Васька написал, братуха, аноним, спасибо, дорогой, спасибо, брат. А что там дальше, так и не написал. Я не могу до него не дозвониться, ничего. Я это... Вне стрима звонил, брат. Братское сердце. Вне стрима звонил. И на стриме он тоже. Не берет. Не берет. Ну, Васька, ну, может, занят что? Может, занят чего? Напишет, может, потом попозже напишет. Ну, продлили, да, продлили суд. Серому продлили. Что я... Давайте жахнем, бахнем, ребят. А, надо песенку, да? Путая. Так, Виталька же зазнатил на песенку. Путая.